Подъехал я к своей точке, вот откуда я Чернореченское водохранилище снимаю. Посмотрите, сколько снега навалило. И он продолжает идти. Хотел здесь еще коптер поднять, но не получится. Вот такая здесь красота, вот такой вид. Вон там Чернореченское водохранилище. Водохранилище полное, но, как я уже вот подумал, по моим меркам, немножко уровень воды упал. И перетока, я думаю, в ближайшее время не будет. Снег, кстати, все идет, дороги чистят. Три машины снегочистильные я видел. Посыпают песком, солью, смесью. И дорога нормальная, не кидает ничего. Вот видите. Но снег все идет. И, по-моему, он увеличивается. И все больше и больше его. Вот. К сожалению, там дальше вот из-за снежной пелены водохранилище и не видно. Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какая красота! Следов еще нет, мы с вами первые идем. Находимся мы с вами в селе Родниковое, в Байдарской долине, в районе гидропоста реки Черная. Всю ночь в Севастополе шел дождь, а вот в Байдарской долине, походу, всю ночь шел снег. Посмотрите, сейчас температура воздуха минус 1,5 градуса. Великолепно. Но давайте подойдем сейчас к реке, посмотрим, какая ситуация. Представляете, вот это все начнет таять. Но когда это будет, непонятно, потому что вот на крещение еще обещают усиление мороза. Если так, ну, до -3, до -4, а в горах будет и того больше, то снежку-то еще подвалит. И когда это вот таять начнет все, столько воды хлынет в водохранилище Крымского полуострова. Посмотрите, как красиво. Ну а что я хочу сказать. Здесь у нас река Черная. И достаточно хорош поток воды, идущий в водохранилище Чернореченское. Вот на берегу снега нет. Вода чистейшая. Просто чистейшая. А вокруг белым-бело. Очень красиво, конечно, в Байдарской долине. Продается дом в селе Широкино. Широкое. 15 миллионов. Одноэтажный сарай. Вот такие цены здесь. Так что не каждому по карману в такой красоте жить. Ну а водичка тем временем прибывает в водохранилище. Бага, вот мы проезжали с вами, бага тоже, вода в реке есть. Небольшой поток, но идет. Давайте на мост зайдем, посмотрим. В мерной линейке смысла идти нет. А вот на мостик зайти и зафиксировать такую красоту очень даже нужно. Так, скользко, как бы не упасть потихонечку. Металл сейчас мокрый, скользкий. Видите, здесь нет. Вот мы с вами на середине реки практически. Гляньте. Безветренно, абсолютно безветренно. Ни одна веточка не шелохнется. И только шум воды.
Только мои следы, видите? Очень красиво. Хочу посмотреть вот эти мелкие ручейки, притоки, как они сейчас. Некоторые заснули, некоторые еще подают признаки жизни. Но это ненадолго. Уверяю вас, когда начнется таяние снегов, они покажут свой нрав. Ну вот этот работает, видите. Конечно, поменьше водички, но она идет. Во всех потихонечку. Водичка идет. Вот здесь еле сочится. Вот он, этот каналчик, остров, видите. Основная река вон идет. Ну вот этот пока пересох. Вот здесь нет воды. Хотя русло видно. Вот здесь 4 такие активные были ручейка. Вот 4-й. Из 4 2 водичку подают в речку. Видите, травка зеленая пробивается сквозь снег. Но это черная, посмотрите, как она весело здесь идет. Подъехал я к реке Арманка. Идет снег, коптер поднять не представляется возможным. Обратите внимание, маленький-маленький тонкий ручеек идет. Даже перетока нет вот в эти трубы, когда мощный был. Помните, мы с вами все это видели? Видели мы, что бага воду дает. Другие речки черная, нормальная. Ну а вот Босса перед этим не очень. Воды в ней, ну, можно сказать, вообще нет. И вот, ну, здесь переток идет, хочу я вам сказать. Посмотрите. Оказывается, вот там из одной трубы, ну, из всех трех понемножку. Совсем. Опять же, хочу сказать, сейчас минус 2 градуса в Байдарской долине. Снега очень много, и снег продолжает идти. Чернореченское водохранилище, вот по моим меткам, уровень... Неделю назад чуть-чуть повыше был, сейчас чуть-чуть пониже. Поэтому все мне пишут, когда будет переток через Бросной канал. Я думаю, что не дадут перетекать через Бросной. Это должно быть очень много воды. Но будем смотреть. Посмотрите, какая красивая. Какой красивый пейзаж здесь. Идет снежок, водичка шуршит в Арманке, наполняя потихонечку Чернореченское водохранилище. Ну вот из 4 рек, можно сказать, 2 более-менее дают водичку сейчас. Но скоро все изменится, я думаю. На этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Вот сегодня такой у нас обзор вышел рек Байдарской долины. Очень много снега за ночь навалило здесь. Хотя в Севастополе шел дождь. И он продолжает идти. Обещают, вообще весь день будет идти снег. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всего вам хорошего и до свидания.
возвращаюсь со съемок с Байдарской долины, и снег еще сильнее пошел. Посмотрите, вот еду, передо мной ни одной машины не было, занесло уже дорогу белая. Я уже не говорю, что впереди видимость очень и очень ограниченная. Вот сейчас встречная одна прошла. Вот такая погода здесь сейчас. Село Широкое, вот он дом за 15 миллионов продает. А это вот сдается. Номер телефона есть, не знаю, я даже боюсь предположить, почем. Ну а здесь вот такие скромненькие домики понастроили, посмотрите. На выезде из села Широкое в Байдарской долине. Такой вот в снегу в таком все красиво, конечно, смотрится. Пришлось щетки включить, чтобы поинтенсивнее работали, иначе заносят. Минус 1 градус. И вот сейчас мы по Широкому едем, по селу. Школьный автобус. Детей со школы. И вот люди высыпали на улицу. Чуть-чуть уберем, а то мешают, наверное, щетки. Вот еще один школьный автобус. Посмотрите, школьных автобусов ездят. Вот я только два сейчас увидел. Да, надо поосторожнее ехать. Немножко уже начинает таскать. Хоть и зимняя резина. Лежачие полицейские, перед ними надо тормозить. АБС хрюкает. Протрем стеклышко. Ну, здесь вот машины курсируют, посыпают песком и солью. Можно не переживать. Они где-то вот у меня постоянно встречались. Я здесь уже вокруг Чернореченского водохранилища несколько кругов сделал, снимая такие вот красивые, великолепные кадры. Сейчас проедут, посыпят. Но пока вот буквально проехали, нормально было. И тут же вот снег, мощный заряд, мощный выброс снега был. Сейчас вот поменьше стало. Все деревья в снегу. Вот Симферополь смотрел вот в интернете, ночью занесло. В Севастополе поменьше. Байдарская долина, видите, всю ночь шел снег, оказывается. В Севастополе дождь, а здесь снег. Сделал я петлю вокруг Чернореченского водохранилища. И сейчас вот дорога вправо, будем выезжать на трассу Ялта. Знак стоп, остановились. Ялта, Севастополь. Вот на этой остановке цветы живые постоянно продают. И вот этот такой здесь серпантин. Сейчас едем постоянно в подъем. И у меня периодически загорается лампочка АБС. Вот когда сюда ехал, встретил снегочистильную машину. Посыпала песочком и чистила. Ну, здесь такой серпантинчик. Ну, прям не сказать, чтобы прям ух и ах, как дорога в Сочи. Нет, здесь поменьше. Ну, и не такая, конечно, как на Ипетре, но все равно такая извилистая. И вот сейчас мы постоянно вверх двигаемся, нормально. Вот посмотрите, машины встречные, скорость, конечно, небольшая. Я вот сейчас еду 55 километров в час. Ну, где-то даже поменьше придется. Ну, красиво, я вам скажу, дорогие друзья, снег идет. Я думал, может быть, на несколько минут остановится, хотя бы просто поднять коптер, никуда не лететь, а просто поднять и зафиксировать вот эту красоту. Но он, не переставая, идет и идет, то больше, то меньше. Это хорошо, пусть побольше навалит снега,
пусть заметет дороги, коммунальные службы расчистят. Ничего страшного. Зато вот этот снег весь пойдет. Ну, не весь, конечно. Большая часть его уйдет в море, но какая-то часть будет собрана в водохранилищах. Сейчас, конечно, интересная ситуация с Симферопольским водохранилищем. Вот Аянское я вам показал, как идет переток через Бросной канал. Это, пожалуй, единственное водохранилище, наполненное на 100%. Ну, еще плюс Загорское водохранилище, которое питает вместе со Счастливинским. Вот здесь вот сейчас кидает вместе со Счастливинским Большую Ялту. А там постоянно шел, каждый день сбрасывали воду, чтобы большую нагрузку на плотину. Вот видите, как мы сейчас заезжаем. Вот меня сейчас немножко разворачивает. И там идет постоянный сброс воды, но там идет через донные трубы, не через Бросной канал. Вот еще один такой поворот. Вот здесь вот песка насыпали. Видите, хрюкает у меня АБС. Меня таскает потихоньку, гляньте. Даже интересно так. Машина полностью управляемая. Ну, это вот такие, пожалуй, два здесь поворота. И вот Загорское водохранилище, оно на 90 с лишним процентов полнёхонько. Ну, а остальные еще нужно, конечно, набирать. Симферопольское водохранилище, хороший приток идет. Мы тоже с вами его мониторили. Вот этот столб мерный, он уже в воде, хотя уже очень-очень давно он не был в воде. Ну а сейчас, судя по тому, что на улице, будет еще больше. Ну и хорошо. Посмотрите, как красиво. Сейчас еду 40 километров в час. До Ялты 57 километров, до Севастополя 19. Вот мы берем правей и выезжаем. Вот стоят машины. И вот первые, по-моему, уже жертвы снегопада. Но здесь вот нет снегопада, видите? Стоит здесь посеред дороги, посыпает, что непонятно. А вот еще, ну, я ехал когда сюда, уже в районе Гончарного, машины ГАИ, стояли, вот стоит. Здесь вот еле-еле двигаются машинки. Да, у них немножко в гору, маленькая, вот накатано прям как зеркало. Мы вот в сторону Севастополя едем, а это вот все машины в сторону. Длинномеры все встали, видите, стоят. Еще и задом едет. Ну, вот когда ехал в Байдарскую долину утром, встретил, посыпали песок. Ну, здесь вот разбито, здесь посыпали. Вот дальше.
здесь дорога разбитая. Стационарная камера. Ограничение скорости 90 км в час. Ну-ка, если надо нажать на тормоза. Да, потихонечку. Ну, тормозит машина, но потихоньку тащит. Вот едет еле-еле. Здесь машины хорошо едут, здесь посыпали.